вниз. Куди ж ви, господи? Не питай, стара. Бачиш, ні ж. Не питай, стара. Не бачиться в Москві. Така зайпа на мене вогу розстріляє. За що ж будеться? Ну, може кого розстріляти. А, може кого розстріляти. Так, може кого розстріляти. Тобто там гетьман буде сюди. На кого розстріляти. Опа! Полокерти упал! 111-7-2! Аучи! Так упала! Не питай, стара! Не бачиш це москалі! Приказ гетьмана будь кого розстріляти! А за що ж води? А за те, що москалі! А ще й комуністи! Кола! Проси там поставить людей. Я сказал администрации. Пошли туда. Кто пошел? Мы после начали. Большая просьба выйти сюда. Леша, выйдите, проедьте 10 метров вперед. 21-04, синего света. Женщина, ЗАЗ 21-04, выйдите из кадра. Алло, мужчина, ЗАЗ 21-04, синего света. Около вот этого. Алеша. Поехали! Музыка.
Начали! Какое счастье, милая Асенька, что предок наш позвал в Россию. Мы с тобой русские, не меньше, чем те, кто печатался чистой кровью. Не имея Пушкин частицу арабской крови, небо не столь зоркий, ни с чем не сравнимый русской жизни. Между ее ужасами и началами. Я ухожу спасать Россию от варваров, щадить ни их, ни себя, ни намерений. Но как хотелось обнять тебя, мою единственную на свете. Молюсь,
на супружеское счастье твое. Да хранит вас Господь. Вот кости, красные кости. Откинься на подушку. Посмотрим. Получилась какая-то картина. А? Получилась Магдалина. Да. Получилась Магдалина. Магдалина. Запускаешь руку, но все это быстро, потому что твой бог уезжает. Значит, запускаешь руку и вытаскиваешь эту мампасию. Вот эту коробочку. Все. Вот тогда сюда. Надо, наверное, коробочку. Очень перерастянуто. Внутри колоссальные паузы. Внутри колоссальные паузы. Их надо быстрее, да? Все поджимать. Покидаем Киев на сутки раньше. Получим новый приказ. Но ваша просьба выполнена. Это единый период. И вот сейчас маленькая цезура. Вот документы генерала фон Грубера. Если будет проблем попасть из Германии в любую нейтральную страну Европы, значит... И страну Европы, и передаете, и показываете страну Европы, вот он. Этого более чем достаточно фрау, это не нужно. Это вы скажете на звучание. Нет, скажите, несколько метров пленки, но это будет звучать на открытой коробки Монпасье. Быстрее я просто скажу. Там это будет, знаете, как он... Да не здорово. Снимать запыхавшихся. То есть надо либо пробежаться, либо поприседать, чтобы у вас было дыхание. Пробежались вверх. Не бойтесь пробежаться вверх. Внимание! Аппаратный мотор. Есть! Поприседать. Есть! Есть! Начали! Guten Morgen, Frau Gürtel.
Wir verlassen Kiew einen Tag früher. Wir haben neue Order. Aber wir haben Ihren Eintrag. Stopp. Нет, сейчас суетливо. И может быть даже не в таком скороговорящем темпе, чуть-чуть. И темпоритм речи чуть-чуть меньше. Чуть меньше. Внимание, внимание. Пробежались. Начали. Guten Morgen, Frau Herzer. Wir verlassen Kiew einen Tag früher. Wir haben neue Order. Aber wir haben Ihren Eintrag akzeptiert. Є один і папіри по шестланцю голя. Нет, нет. Хорошо вам взять и после этого вернуть. А, документ, да? Да. Das ist mir als wir brauchen einen Frau. Haben Sie vielen Dank. Значит, еще небрежнее кинуть то ли два пальца, то ли пятерня. Я не знаю, может быть, кто-то знает. Ну, Владимир Яковлевич, мне кажется, что полные. Полные? Да. Но, видите, понимаете. Я же смотрела фильмы. И русские, и советские, и немецкие, понимаете, более такие небрежные. Ну, небрежные, да. Но это все равно два или три. То ли два, то ли вся ладонь. Вот так вот. Значит, единственная поправка – это как вы попрощались. Значит, слишком формально. Значит, надо как-то и улыбнуться, понимаете? Он доволен собой, доволен этой акцией и доволен за нее, понимаете? Сделал доброе дело и для себя, и для нее. Вот. Такое, опять-таки, самодовольное, высокомерное, но доброжелательность. Понимаете, как? Чего? Пожалуйста! Поехал!
И, значит, начинается согласно за еще, то есть вы в него вникли. Вот. А дальше? Тише, швейцарская. Тише. Та не знаю, не знаю, его Бога. Стоп! Но вообще, чем вот это насколько? В общем, здесь должно быть чернильница, телефон, значит, фрагмент этой лампы, и, значит, и плечо его как сильно. Это вы уже от себя разговаривали. Лампу? Не влять эту лампу, правильно? Значит, это вы успели прочитать, пока она садилась. Следите внимание. Генеральный. Пожалуйста, посетителя. Есть шанс споткнуться и упасть. Значит, имейте в виду, что надо, значит, быстро, но пройти. Желательно не зацепить. Даниэла видит, да? Опасность. Опасность видит. Да, хорошо, я вот. Ты не ушел? Начали! Thank you.
Генеральная репетиция снимается. Тишина, генеральная репетиция. Не за дверь, а здесь же, в предбаннике. Жора, посмотри. Есть, есть. Да. Внимание. Тишина. Камера. Есть. Начали! Thank you.
Вот поэтому все пластически, без рывков. Вы снимаете это не имеет значения. Имеет значение то, что она принесла. Понимаете? Вот. Так. Все, пробуем снять сразу. Так, я пока вижу чью-то спину. Это ваша спина. Это моя спина. Так, куда мне деться? И все-таки принципиально не меняется. Все равно вы как бы со страхом. Значит, вы, конечно, вы как-то испугались, что у вас есть сияние, вы. Это же какой-то привет, это привет из хорошей жизни. Понимаете? Простите, что не прибрано. Год, живу как без Серафима-то. Это уже постфактум, потому что ну, застава, ну подумаешь. Вот. И каждый, так сказать, это продолжение монолога. А не, значит, как бы от нового объекта к другому, к третьему, к четвертому. Даже вот, эту рубашку наугад он знает, то есть кальсон, он знает, где они. Это не имеет значения. Значит, он знает, где это висит, потому что это годами там же вешается. То есть это уже место. Непонятно. Вот тогда и будет единство. Когда вы берете паузу, конечно, начинается кальсон кусок. Понимаете? Каждая фраза кончается, значит, на многоточие и переходит в следующую фразу. Все одно из другого возникает. Да? Да. Внимание. Съемка, тишина! Аппаратный мотор. Есть. 12-1-3. Да. Начали. Кладите. Открыто. Кто там? Бог мой. Ксения, вы? Стоп, стоп. Все равно вы испуганы. Ксения. Вы? Проходите. Простите, не прибыл. Год живу без Серафима. Да вы же были на похоронах. Стоп! Не изживаете вы испуг никак. Вот вы играете испуг. Испуг, испуг. Да. Да, ну я невозможно работать с актером, потому что гвалт сплошной идет. Гвалт. Сейчас нужно кадр выстроить, кадр. Вот мы такой снимем средний план. Не обязательно с той стороны, а может быть с этой стороны на двери. Тут сама фраза. Милая, на вас лица нет, он должен к ней приблизиться, она должна войти в кадр. То есть вместе с ним. Перекрестился здесь. Вот. И, значит, и вот закашлялся снова. Перекрестился и закашлялся. Чуть не изменится. Перекрестился и закашлялся. Вот. Да. Я вам рассказывал, он здесь. А я давно поклялась, пока эти. Не люди. То есть она уже, так сказать, вошла, но она не может примоститься где-то. Вот. И она вышла, значит, понимаешь, да? То есть мы в этом же направлении будем снимать. Он подойдет к ней, и мы выйдем с камерой на нее. Она увернется от него и пойдет в глубину вот по этому пространству. Я пошел потихоньку смотри. Здесь нельзя при съемке стоять. Тряпку намочить. А дыхание, значит, продолжаешь. Там, где удобно, по физиологии. Понимаешь? Аппаратный мотор.
Ага. От света, Владимир, от света. 10-1-1. Есть. Начали! Тянуть эту резину, значит, будет деталь, и все, значит, она и так, и сяк, значит, она там все забывает. Зачем нет, так тянуть? Начали, значит, она уже берет. Сразу начали, да? Ну как, что, не поняли, что мы снимать деталь будем? Да. А чего она там мылит, понимаете, там бессмысленно. Ребята, тряпку передайте сюда. Ребят, кровь дайте, ассистенты, художники. Последнее движение, раз. И сразу нет. Сразу нет, да? Я уже все убрала. Значит, там почти нет крови, и вот тряпка. Последняя стадия. Ну, конечно, там два шага нужно сделать. Есть. Начали! Кто здесь там? Правильно. Подняться надо иначе. Иначе, другой ритм. Другой ритм, другое состояние. Скочило, понимаете? Все, давайте еще дыхание и давайте так. Более нервно, все. Застигнуто, поэтому чуть-чуть все-таки испугалось появление. Так, готовы? Аппаратный мотор. 10-1-3. Есть. Начали! Что ты сказал? Вот так. Макрация, это право, это. Они глава что-то. Всем развелась кнопка. У вас много дел, кроме этого. Ясно, ясно. Это неприятное дело, что значит, пациентка, что неприятно, конечно, но это не убийство, не взрыв. Вот. И поэтому легче все, легче. И гораздо быстрее. Ага, понял. Это дом? Да. Не, минуточку. Вот тут вот остановка. Потому что я уволен. Ага. Я что-то надо пропустить это. Да. Ну, знаешь, буду сразу. Да, нет, я уволен. Сам пропустите на понедельник. Да. Это вас застанет на выходе. А, я вот, и вы оборачиваетесь. Ага. И даже не оборачиваетесь. А вот наоборот. Днешек, дрова. Днешек будет сражен с вашим. Ну да, все понятно. Главное, у меня вот, вот есть револьвер. Поэтому это мелочь, в общем. Переживем. Да, переживем. Даже уволен. Пошире. Да. Не так. Давай, да. Открой это. Ну, пошире. Да, не, пошире. Да, поэтому чуть влево смещай. Влево, и влево, да, отмечай. Пульс, знаешь, другой дыхание. Хорошо. Так что пробежишься. Я там где-то да, сделаю. Да. Вот так, да. Это когда пошире. Отвечаешь, ну, пошире, отвечаешь ему, то там можно не обязательно всю фразу. Да. Два слова. Взяла. Нет, что знаете, вы сейчас разговариваете как слева. Вот, значит, вот так внимательно смотрите, перед вами преступник, и вы, значит, пытаете его. Нет, что случилось? Вы два раза взяли кровь, посмотрите, что такое? Все гораздо легче. Все гораздо легче. Ну вообще два раза кровь взять в конце. Может быть, для этого какие-то основания. Правда, вы застали, значит, когда она вытирает кровь с пола. Что случилось? Взяли кровь и посмотрите. Так. Что со стола? Ты уже брала крепы. Они брала чудо. 26-й год, кризис в Европе, понимаете, это угрожает безработице, а иммигранты и так далее. Поэтому вы, значит, ну, это ну, очень, конечно. Не шарик, будет страшен с вашим. С вашим. Я понял, ага, я как-то немножко грузил, да. Перегрузил. Ведь каждый, если хочет свой эпизод, знаете, да, сыграть, поэтому...
короткого оптимизма? Короткого. Я не знаю, какая у тебя. 35. Ну, 35 все равно она вытягивает эту руку. Но на спуск не стоит, наверное, вот так вот. Не стоит. Вот. Лучше его брать. Лучше его брать вот, знаете, вот, как-то вот так вот ладонью взять. Вот, и осторожно. То есть осторожно здесь. Вдруг не стоит. Вдруг. Максим. Где вы? Да, ведь я обсуждаю то, что касается оператора и ракурса, это самое, ты не участвуешь. Любимая игрушка со знаком минус, то есть, понимаете, это так и все. Тут очень-очень кратко. То есть убедилась в том, что все, сейчас она может осуществить свою мечту. Проверка. Данила, отстань, пожалуйста, на где-то пистолет через. А немножко должно быть крови на этом, да? Ну, два раза была. Вполне может быть вообще там. Ведь бывает, знаете, когда с вены брызгает кровь у людей. И вообще там залито. Нет, надо все-таки найти ракурс. Помоги, Максим. Значит, можно так положить его, что она сразу возьмет и сразу ракурс появится. Я хочу, да, чтобы он хорошо отпечатался. Вот она его достанет, вот. Так же будет видно, все равно черный на белом. Можно есть? Давай, Сикс. Слушай, а сверху лучше прикрой. Так, сверху. Снимаем. Приготовили съемки, тишина, внимание. Выше подними. Сейчас актриса настроится. Да. Актриса настроится немножко. Да, хорошо. Внимание, тишина. Вася, спрячь. Thank you.
откроется. Кто-то там откроется нам. Свет появился. Ну, понятно. Выходите вы, и, значит, и она, наверное, все-таки спустится ниже. Потому что перебивки были, уже со спущенной. А, значит, уже со спущенной? Уже со здесь, уже со спущенной горой. Данила, значит, вот здесь, значит, надо глянуть. Вот сюда. Да, я посмотрю туда сюда. Да, да, я вот вниз. И быстро туда. Хорошо. Пожалуйста, все на исходные. Спасибо. Горничная, вы пошли раньше. Надо сказать, чтобы закрыли дверь. Там я повторила. Вы не закрыли дверь за собой, почему? Закрыла. Все, пусть все там очень будет плохо. Кто-то на всякий случай. Еще раз. Пошли. Идеальный шаг, чтобы не зацепить ничто и не упало что-то лишнее. Пожалуйста, пошли. Вот, уже близко. Но наклона мало. Мало наклона. Наклон должен быть такой, привычный. Да, вот. Нет, нет, еще раз. На повороте. А, вот отлично. Вот отлично, все. Все готово. Давайте. Репетиции нужно выявить. Задержите подачу руки. Чуть-чуть, понимаете, как это? Нет, вы смотрите на него. И вырвала руку. Одновременно. Вырвала руку. Выдернула руку. Этого достаточно. Вы можете даже не отдергиваться. Вот рывок руки, это все, что нужно. Потому что когда вы отдергиваете кого-то каленого железа. Неадекватно. Так, пожалуйста. Сразу же по команде начали, берете плащ у меня. Нет. Начали? Да меня от чего пужаться. Что у вас там? Получка?
Запудрили вам мозги про большевиков. Трофим Крижных. Сижу. Топ! Все, кроме... Да вы присаживайтесь. Вот это надо обязательно сказать. Назначали бы, так сказать. Поактивнее, да? Нет, а не активнее, а как бы более добродушно, раз она боится. Да вы присаживайтесь. Я не страшный, я не пугаю. Да вот, Миша, покажи микрофон. Нет, еще. Так. Приготовили съемки. Внимание. Аппаратный мотор. Есть. Есть. 16-1-1. Что убегает? Начали. Вы проходите, проходите. Госпожа Эрстель. Присаживайтесь, прошу. Стоп! Стоп! Нужно нам сейчас, не так, как это вы будете делать, значит, нужно быстро, быстро проговаривая текст, значит, ставить последовательно одно, второе, третье, потому что через вас, значит, вот должны появляться эти вот самые предметы. И вот, и мы каждую фазу, то есть первая фаза, это убрал, значит, вторая фаза, это значит, принес фрукты, да? Всякий день у вас такое на столе, это верно? Да, да, да. За что выпьем? Так. Шампанское, пан. Да. Пан, пан. Вот. А... Нашу общую родину. Так, значит. Велосипед, такие чудеса, как вы. Так. Но вот то, что уже контактно будет, когда, значит, это уже будет на вас. Да сейчас. Пам. Пам. Да. Пам, пам. Знаете, сейчас снимем вариант, то есть этот же дуб, этот же кадр, но снимем, что вы... Лиз, сколько будете на... Стоя! На сколько? Так. Василий, сядьте, чтобы принять от него там это самое, ему помочь. Можно? Да. Внимание, съемка, тишина. Аппаратный мотор. Видео. Да. Есть. 16-6-4. Есть. Начали. Ай-яй-яй, такой портрет скрывать. Арнестовна. Ну, будем знакомы, Ксения. Так. Не всякий день такое на столе, верно? А что выпьем? Я предлагаю выпить за нашу общую родину. Не водятся этакие чудеса природы, как вы. А что как Москву вас оформлю? Опять же, брата вашего сыщите. Пригубьте, пригубьте, Ксения. Выпейте. А? Стоп! Стоп, уходи. Черт. Что вы говорите? Извините, я не знала, что значит слово. Пригубите. Пригубите по-русски. Значит, может быть, сейчас, вот хорошо, что, но только более решительно, может быть, сейчас, то есть, открыла и опять закрыла. Дары природы. Стоп! Стоп! Супер, очень красиво. Смотрите вы. Сейчас я посмотрю, но третий дубль сейчас снимем обязательно. Чтобы вставить на всякий случай потом, когда он там что-то делает, то он покрасит, посмотрит.
Главное отсюда ехать здоровыми, целыми, невредимыми. Нет, я просто не позволяю себе замерзать. Когда он достал, раз, два и протягивал. Ну что? Я оставляю специально. Держите, куда ехать? Ну давайте, приготовимся. Так, готовы? Так, дайте мороженое. Только не глотай до хлопушки, а просто... Я уже держу так. А когда хлопушка, только тогда продать. Он не входит. Маш, готов? Да.
Мне желтый свет видит. Тихо. Не спеши. Есть! Все в чате на сибириката. Держите. Говорите, куда ехать? Сейчас я сам перенесу. Мы тут свидимся, товарищ! Разница в чем? Небесный знак. То есть это вот такое мистическое. Небесный знак. Это оторвалась от своего действия, правильно? Наконец-то. А сейчас вот сколько бессонных ночей, сколько слез, пробок, сколько лет было. И вдруг такой случай, что думал, что от отчаяния рехнется, что покончит с собой, потому что все. И вдруг вот зацепка такая. Поэтому у нее она возбуждена, и самоиронично, она нервна, она не просто спокойна, она. И когда вот она в конце, она смеется над опасностью, над тем, что Фаина, в общем, подвергает сомнению. Она вот, ну, в общем, ты понимаешь все это. Попробуем. Так, полная тишина. Очень трудный кусок. Это вот только на нафталин, вот это вот сам оживилось и поскопилось. Была не была, гуляли. Так, и опускаешься. Сейчас стараешься быстро опуститься. Да, да, я делаю. Освобожусь. Она все годы давила на нее вот это воспоминание. Все. Тут можно все развязать, наконец, развязать. А дальше мне все равно. Буду я жива, не буду я жива. Вот такая вот, такой сдвиг по фазе. Ну что ж, стряхнем нафталин с декольте. Товарищ желает развлечься. Стоп. Чемодан надо со злостью натягивать. Так раз, открывать. То есть если я сейчас остановлюсь, то я никогда в жизни уже такого случая не буду. Понимаешь? Поэтому сама, так сказать, себе вызов бросаешь. Вот. И вот первый, тоже когда отбрасываешь, первый отшвырни, второй отшвырни, значит, тоже, так сказать, такой вот острее немножко, острее. Вот. И, наконец, вынула, когда, смотри, вот вынула, вот так вот, вот, просто полузакрыла себе даже, вынула вот так. Я говорю, этот... Да, я поняла. Да, да. Нет, вот так вот нужно, чтобы лицо еще вот вынула вот так, вот, вот, нашла и бросила. Так, можно? Дубль. 22-3-2. Да. А чего? Морду бы плюнула. Но убивать. Представь. Москву предлагает вызов. Еще чего. Тем-то мне не достать. А этот чем лучше? Тут случай какой. Небесный знак. Что, Ксения? Пришло в лапы. До них агентов, что собак нерезных. Уже звонил мне в клинику. Золотые ворота нас с тобой зовут. Со мной? С кем пожелаю? Ну что ж. Стряхнем нафталин с декольте. Товарищ желает развлечься. Чтоб не сдохло. Стоп! По-моему, снято. Ну-ка, сейчас посмотрим. Thank you.
Thank you.
одеваешь шлем. Вот так, да? Одеваешь шлем. Вот так вот. А шлем одеваешь. Сейчас он в автобусе. Шлем у автобуса. Что, автобус уехал. Во Львове поёт, парень. Забавно. Стол неровный. Боря, стол неровно. Саша, Андрей. Ну ладно, это... Должны сесть. Сядь. А! Води в крови. Так, все. Внимание! Аппаратный мотор! Там? Где же? Консервы привезли.
сейчас давайте снимем аппаратный мотор. Есть! Начали! Как? Вы торопитесь догнать Ксению, поэтому надо детей оставить. Поэтому как только Ксения ушла, вы поворачиваетесь и сразу же текст, и сразу пошел текст, закрываете, и сами продолжаете весь текст, вы высказали, и все, и ушла. Все это Ксения. Неужели не ясно? Так, внимание. Аппаратный мотор. Есть! Начали! Сейчас посмотрю, если можно отрезать, то оставим без этого. Давайте сразу, Владимир, давайте сразу. Да не хочу я пленку гонять. Динамик выключи. Снимем, Владимир. Нет, не счет. Мы должны, если мы на проходе, допустим, мы их цепляем и видим святой вид, это хорошо. Сейчас пойду на сайт, пошли лесниц спать, где-то поесть. А который час? Сейчас, сейчас два. Таня, осторожно.